Друзья, всем привет! Вот такая вот черная плесень часто появляется зимой на окнах. Я столкнулась с этим впервые. Также она бывает и на стенах очень часто. Я не знаю, с чем это связано. Если у вас есть свои какие-то доводы, мысли, то напишите, пожалуйста, под этим видео. Но я решила от нее избавиться. Она меня немножечко напрягает. Это, во-первых, вредно, во-вторых, не очень красиво смотрится. И искала рецепты, нашла один рецепт, который мне на самом деле понравился, и по отзывам он хорошо работает на этой черной плесени. То есть плесени не будет. Как говорится, я буду бить наверняка и буду использовать два очень сильных средства от плесени, так как черная плесень, она очень тяжело выводится. У меня здесь пол-литра воды, и нам понадобится масло чайного дерева. Оно хорошо убирает плесень, но не черную. Это первый этап. Добавляю где-то капель 10 этого эфирного масла. Перемешиваю. Понадобится какая-нибудь щетка. Можно взять старую зубную щетку. И сейчас будем наносить на всю вот эту черную плесень, где она есть. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. После того, как я нанесла, запах, конечно, не очень, но можно потерпеть, он не слишком такой, конечно, приятный. Оставим минут на 10-15, чтобы эфирное масло чайного дерева поубивало грибок. 15 минут прошло, беру какое-нибудь жидкое моющее средство, это у меня хозяйственное мыло, салфетку, и как бы отмываю это все, потому что я, насколько вижу, это все прям очень-очень жирное какое-то. Не знаю, почему это связано. И без моющего средства здесь не справиться. Заодно и вот эти места тоже протираю. Ну а теперь, друзья, такой совет. Если плесень далеко зашла, она у меня тут уже второй год, она, наверное, до этого была, просто бывшие хозяева не боролись. Я беру вот такую вот таблетку. Это таблетка от нового поколения. То есть раньше белизна была жидкая, сейчас она вот в таких. И делаю такой концентрированный раствор. На 1 литр воды я добавляю одну таблетку. Она растворяется. Растворяется она сама, видите, как пошли пузырьки. Таблетка у меня практически растворилась. Теперь перемещаю все это в пульверизатор. И прохожусь по тем местам, где есть признаки образования черной плесени. После того, как обработали, нужно будет оставить минут на 15, потом взять тряпочку и просто протереть. Смывать не нужно, чтобы это как бы туда внутрь вошло и поработало еще. Ну а мне, друзья, предстоит еще долгая работа. Этой плесени везде хватает. Буду сейчас заниматься. Я вам показала этот способ. Попробуйте. Я уже на одном окне так вывела. Больше у меня нет. Так что делитесь этим советом с друзьями. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.